Всем привет! Находимся в BMG Drive, и мы играем сегодня за нашего любимого дальнобойщика Василия. И у него дальнобойщик Василия сегодня такой трак американский. И мы на нем будем кататься. Давай, поехали! Дальнобойщик Василий. Пока без груза. Мы должны поехать в деревню и взять груз. Так, здесь нужно налево повернуть нам. Так, тихо, аккуратно. Поворачиваем и едем. Но дальнобойщик Василий сегодня немножечко перебрал. Да. Он выпил кваса. И я надеюсь, он... Так, он даже прозрачный стал от кваса. Да, в кабине вы его сегодня не увидите. Он от кваса стал немножко прозрачным. Но он все-таки там сидит, есть. Будем аккуратненько двигать... О, подождите. Да ё-моё, дальнобойщик Василий. Первая авария. Первая авария дальнобойщика Василия. Ё-моё, ты чё творишь-то, а? Так, мы... Подожди, вот у нас машинка. Вот, которая была повреждена. Офигеть, смотри, ну здесь явно уже кто-то... Кто-то умер. Так, а где, подожди, дальнобойщик Василий? Алло. Так, давай, восстанавливаем машинку нашу. И потихонечку... Давай другой дорогой поедем, короче, все. Я решил поехать другой дорогой. Потому что дальнобойщик Василий там врезался. Поэтому он текает, пока менты не приехали. Поедем, ну, вот этой трассой. Сейчас пропустим синенькую Ладу. И поедем. О, смотри, а здесь дорога, а здесь никого нету. Абсолютно никого нету. Да, дальнобойщика Василия, это очень хорошо. Ой, куда я повернул, слушай, алло. Так, тихо, выгруливаем. Дальнобойщик Василий, ты чё творишь? Ребята, кстати, если вам нравятся истории про дальнобойщика Василия, то ставьте лайк. Да, дорога пуста, хорошо. Здесь сейчас мы будем разгоняться на максимальную скорость. Пока 65 километров. Час, да? 65? Угу. Это немного. 75. О, сейчас мы разгонимся. Кстати, в следующем выпуске, в следующем ролике у меня будет дальнобойщик Василий ехать уже, ну, может быть, даже это будет уже не дальнобойщик, а может быть, даже и не Василий, а Радик на автобусе. О, может, здесь сократим. Точно, мы здесь сокращаем, и здесь какой-то чувак тоже едет, какой-то дальнобойщик. Аккуратненько, нифига. Не повредили, ничего там. Все нормально? Вася. Так, посигналим. Пусть машинки разъедутся. О, смотри, как я хорошо проехал, да? И никого не задел. Так, а ну-ка, отступите дорогу. Кстати, трасса такая интересная. Вообще, капец. Ни одного дерева нет. Ты заметил? Василь, ты что творишь? Ты зачем? А, это типа твой конкурент. И ты решил его немножечко наказать. Он задеет, смотри. А? Так, главное в поворот вписаться. Но мы немножко тут подмухлюем. Срежем здесь. И мне нужно в конец карты доехать. Там у меня будет груз. Наверное. Если я тут, блин, я... Дальнобойщик Василий. А, Вася, ты что делаешь? Ты что творишь? Он так быстро хочет получить груз. А что там, присосалась машина, что ли, или что, я не понял? Смотри, она примагнитилась, что ли, я не понимаю. Давай сейчас исправим эту ситуацию. Но, смотри, присосалась, реально. Офигеть, присосалась машина. Иди нафиг отсюда. Приклеилась. Отвали. Джип какой-то. Сейчас поедем здесь. Сейчас мы доедем. До конца карты. Главное, ни в кого не врезаться. Секс. Нате, конкурент вонючий. Я буду всех конкурентов немножечко наказывать. Ой-ой-ой, меня развернуло. Да, тихо ты. О, все работает? Нормально. Разворачиваемся, короче, все. Видим конкурента и немножко наказываем. Блин, там что-то у него сломалось. Смотри, крыло. Крыло подмялось, ну ничего страшного. Ты куда там едешь на жиги свои? На жигулях.
О, конкурент, конкурент, наказывай его, Василий, на тебе. В этом бензобак давай накажем сейчас. Секунду. Блин, опять присосалась машина. А, нет. Сейчас мы немножко отъедем и накажем. Это конкурент, Васи. Васька хочет конкурента наказать. Ну, давай чуть-чуть. Только чуть-чуть. Без жертв, чтобы было. Просто наказываем бензобак. Есть удар. Что там у нас? Нифига, она ничего не взорвалась, машинка. Ладно. Хорошо. Сейчас дальнобойщик Василий будет наказывать. Ну, для этого мне немножко нужно развернуться. Так, они не исчезнут, надеюсь, машины. Сейчас мы развернемся и будем наказывать. Ой, хорошо, стоят, ребята, стоят. Все, дальнобойщик Вася, давай наказывай. Блин, скорость маленькая. На тебе. О, наказали. Ну, в принципе, как бы немножко напугали мы его, конкурента. Теперь можно ехать дальше. Если я буду грузовиков тут встречать, ну, мало ли. Так, давайте быстренько подремонтируемся и едем дальше. А, если будет конкуренция какая-нибудь, то мы будем наказывать, ребятушки, конкурентов. А дальнобойщик Василий отправляется дальше. Так, ну это не конкурент. Ух, нифига, ножи, не смотри. Этого тоже сносим. На тебе. Нет, Вася, Вася. Как так? Вася у нас перевернулся. Да что ты будешь делать? Это не врежется в меня? Нет, нормально, все проедет. Молодец. Ну ладно, вызываем техпомощь. По-другому никак. А мы так не можем, как в GTA, да? Перевернуться. Нет, не можем. Ладно, вызываем ремонтную базу. Ремонтик. О, конкурент. Ёлки-палки, конкурентик. Давай, давай. А, смотри, боится. Нифига себе. Смотри, что он сделал? Он отъехал. Короче, надо его наказывать. Слушай, это конкурент. Давай, сейчас мы его накажем. Сейчас мы разовьем скорость. Блин, такой большой грузовик американский. А, что-то... Американский это или нет? Напишите в комментариях, какой это грузовик. И что-то мы не можем разогнаться конкретно, причем, чтобы наказать этого конкурента. Ну, мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас его подрежем. Подрежем и накажем. На! На тебе, конкурент, вонючка. О, все, он встал. Хорошо. Давай, Вася, наказывай конкуренцию. Вот так тебе. О! Смотри, куда он. Он едет, нет? Стоит? Ладно, ребятушки, смотрите. Васька его наказал или нет? Давай посмотрим хорошо. Ну, вроде бы не сильно и наказал, как бы, ну, нормально. Как бы. А, бензобак он ему смял. А у меня повреждения есть какие-нибудь? А у меня повреждений нет. Это очень здорово, ребятушки. Если вам понравилось... Если вам понравилось про дальнобойщика Василия, ставь лайк, чтобы он дальше наказывал конкурентов. Всем пока-пока.